Лучших учеников, учителей и воспитателей сегодня чествовали в Липецке. Заслуженные награды в торжественной обстановке получили 17 одаренных детей. Они представляли наш регион на всероссийских олимпиадах. Двое стали лучшими в стране по обществознанию и технологии. Трое ребят участвовали в олимпиадах сразу по нескольким предметам. Из всех олимпиад, в которых я участвовал, в региональных олимпиадах по русскому, французскому, математике, экономике и во всероссийской олимпиаде по экономике. Все было очень сложно, но, наверное, сложнее всего было последний этап всероссийской олимпиады по экономике. Экономические задачи. Широкий спектр знаний нужен был. Было очень сложно. Да и волнительно просто. Успех ученика неотделим от успеха учителя. Награды и денежные премии получили лучшие педагоги дошкольного, дополнительного и профессионального образования. Отметили и мастеров производственного обучения. Учитель года Липецкой области, преподаватель музыки Николай Щеглов из села Хлевное получил 250 тысяч рублей. Теперь он будет бороться за титул лучшего педагога страны на всероссийском этапе конкурса. Наши педагоги достаточно успешно выступают на профессиональных конкурсах и в сфере дошкольного образования, в сфере профессионального образования, в сфере общего образования. Поэтому этот год запомнится тем, что были яркие конкурсные победы. Ну и мы надеемся, что представители Липецкой области успешно выступят на всероссийский конкурс профессионального образования.